Приветствую вас в рубрике «Новости Лего». Для начала у нас очень забавная новость. Один шведский любитель Лего выставил на продажу 300 килограмм конструктора за $11 500. Заголовок объявления гласил: «300 килограмм Лего, помогите сохранить брак». Видимо, жене этого фаната Лего надоело, что он много времени уделял своему хобби, и она поставила ему ультиматум, сказав: «Выбирай, или я, или твои дурацкие детские игрушки». И он, как тряпка, побежал на сайт продавать свою шикарную коллекцию. Кстати, коллекция в основном состояла из Лего-техник. Там, наверное, были все наборы этой серии за все время существования компании Лего. Помимо 300 килограмм Лего, в комплекте идет 20 килограмм инструкций. Автор объявления не продает свою коллекцию по частям, а хочет отдать все и сразу. Представляю, наверное, покупателю придется вывозить Лего несколькими фурами. Сообщество отреагировало на эту новость с юмором. В основном комментарии были в духе: «Не променял бы такую коллекцию ни на какие отношения». Эх, как хорошо, что моя девушка относится к моим увлечениям благоприятно, иначе бы вы сейчас не видели это видео. Вторая новость. В калифорнийском Леголэнде открылся аквапарк по мотивам серии Чима. В этом аквапарке сделано все в антураже серии Чима. Отсюда расставлены герои и так далее. Конечно, не думаю, что многие из вас в ближайшем будущем будут в Калифорнии. Но просто это интересный факт, и можно порадоваться, что компания Лего воплощает всякие новые идеи в жизнь и открывает новые интересные объекты. Третья новость. 25 мая в Будапеште собрали башню из Лего высотой 34 метра 76 сантиметров. И это стало новым мировым рекордом. Пластиковую башню построили более 5000 добровольцев. Башня состоит из почти 500 тысяч кирпичиков Лего. Прежний рекорд принадлежал американским учащимся из средней школы Диккенсон. Их башня имела высоту 34 метра 43 сантиметра. Четвертая новость. Warner Bros. Подтвердила, что студия TT Games работает над проектом LEGO Batman 3 Beyond Gotham. Игра представит более 150 персонажей, а также большое количество локаций, среди которых стоит отметить штаб Бэтмена, зал правосудия и штаб Лиги Справедливости. LEGO Batman 3 будет выпущена осенью для PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, компьютеров, PSP Vita и Nintendo 3DS. Ну и последняя, пятая новость. В сети появилась фотография нового набора LEGO Star Wars. Это большой набор, где есть 7 мини-фигурок, и он представляет из себя транспорт, предназначенный для перевозки боевых дроидов. Он использовался от Торговой Федерации и Конфедерации независимых систем до и во время Войны Клонов. На этом сегодня все. Пишите в комментариях, какая новость вас больше всего заинтересовала. Ну и, конечно же, рассказывайте друзьям про эти выпуски, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, до новых встреч!